Так, продолжаем нас смотреть. Мы пришли в наш любимый магазин 361 градус. Лариса хочет себе кроссы купить. Нихао. О, распродажа. Здравствуйте. О. Это распродажа, да? Да. Да? Сколько стоит? Нормально. Нормально стоит? Нормально, это вот это юани. Вот это юани. Было, да? Сейчас наша было продажа, 500, вот это юани. Это 260. Да. Все, да? Фейлома. 44. 44. Да. 20, 44, да? Смотри. А 43? О, зимник есть, да? Какой размер надо? Мне 43-й надо. 43-й. На это можно? Да не, это большая, я смотрю, лапоть такой. Это тали, если 43-й. Нормально, но же 500 юаней. Вот это юаней. Да я знаю. Где тут? Не вижу. Цифру покажи. Это 43-й, да? Да. А что еще? Вот такого вот зимнего нет 43-й? Это есть 43-й. Ага. Вот это давай бы. Красивый. Вот это красивый? Да. Это красивее он какой-то. То можно. А такой нет 43-го, да? Это все, да? Ты можно, красивый, да. Красиво? Mm. Ну все, сейчас ей подарю. О, штаны какие. Ну ты все там посмотрела? Ну ты спроси. Ну, по 400 юаней они должны да, быть. Да, 400 юаней. А скидок нет? Это сколько? Это? На такие скидки есть. А, это вот это, 300, вот эта цена, да? Распродажа вот это. Распродажа, да. Давай, говори, сколько стоит. 257, 38 ей надо. А вот сейчас. Таких нету? А, нет, есть. Распродажа. Нормально, но вот это. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Вот, видишь, она сейчас какая. Сколько? Покажи ей. Понятно. 250. Вот это, да, цена? Да. А, джига, да? Нормально, но вот это, да. Да. Сейчас а это зимняя, да? Да, зимняя. Ну все, знаю, дай ей померить, а? Мне 38 надо померить. 38. И, а это как? Это вот, вот. А это давай, а это давай. А вот это? Вот это. Распродажа? Да. Вот это еще посмотри. Давай вот такие разные. 38, а? Ага. О. Друзья, у нас стоит сейчас выбор кроссовок. Ну, и под таких, и зимников мы хотим взять. А лопатки нет? Федоровна вон там выбирается. Зимние, да, получается? Ну, вот эти неплохие. Да, по-моему, лучше, чем эрки. Да. Здесь я тоже там выбрал. Вот эти тоже, да, неплохие. Ну. Ты бери такие и такие. Какие? И летние, и это. А это зимние. И зимние, и летние. Не то есть, а что, летние нет? Осенние, да, осенние. Очень красивые. Очень, очень, очень красивые. Небольшие? Нет. Нормально, да? Да. Ну да. Давай. По-моему, лучше, чем которые на тебе. Где, да? Да. Да, старые. Старые, убитые, специально приехали, да? Ну, мягкие, удобно было ходить когда-то. Ну, если я на распродаже что-нибудь возьму. Ну, ты сейчас? Я хочу в Анту зайти. Вот это я еще хочу. Ну, это летние, да? Это, ну. Ну, сейчас спросим у них изначально. Слышь, а вот распродажа вот есть на вот эти? А это размера 37. Можно. 37. А скидка есть? Нас, это же, ай, да, размера нету, ну, что же, это лица сисеми. Можно. Померить. Ну, у меня носки теплые, а носочки вот здесь. Померить. А носки есть? А носочки есть, а то у меня теплые, я хотела померить. Вот это же тебе надо. Да, вот эти нет, и надо. Нет, мне носочки, у вас продаются носочки? Да и носок. Ей носок надо. Да они толстые носки, я тут смотрю.
Вот такое есть, а? Толстые. Они толстые. Ну, толстые, нет. Мне чтобы померить. А то это вот, видишь, теплый. А я хочу тоненький, померить. Нет у них. А ну вот это что? Ну давай я их возьму. 20. 20 юаней? Да. 20 юаней. Что-что? Дорого. Дорого? Нам бы юани за 2, да? Это какой размер? 38. Ну сними что-то. Ну, что, мы на картонке, что ли, не стояли в жгучий мороз? И не мерили джинсы? Все? Нормально. А меньше есть? Давай. Меньше давай. Ты большой, а ты большие померила? Большие я померила. Фасончик подходит? Ну да, можешь на меховые носки из Нальчика одеть там. Так, ну ладно, ты тут мери. Ну как, я пойду мужицкие посмотрю. Сколько стоят эти? Да, и сколько? 500. Но они все стоили 500. Дорого. Они стоили 500, а они нет, сейчас... Дают мне большие. А ты одни выбрала или две? Она мне вот такие же дает, только осенние. Но они мне большие. А ты вот эти будешь брать? Да, это зима. Да. А тебе надо вот осенние. Осенние, такие хотела. Но он не 500 юаней. Тут что, другой? Ну да. А, это вот этот? Да. 250 юаней. Да. А эти 240, да? Ну, помери. Ну, что я их померила уже. Что, как раз, да? Это я беру. А это, берем, берем. Это один и тот же, да? Да. А ты же говорила, большеваты тебе. Это другие большеваты. А, ну помери второй. Они радуют. Одинаковые, 38. Нормально. Это может привыкло, а? Одинаковые, ага. Понятно? Ага. А? Понятно? Все, 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 да. Давай. А мне есть суперскидка? Тебе надо. Да, со скидкой есть? Тебе какой размер? У меня 43. 43. Зимние покажи. Супермодные. Нормально, бери сот. Сейчас я с Владаром. Сто, девять, и девять. Господи, говори, за 199, да? Нормально, но вот это. Ага. Сейчас вот это. О, супер. Да. А зимние 43. 43, один. А, вижу. Да. А зимние... Я возьму. А зимние вот такие теплые. Теплые. Есть? А, есть здесь. Черные. Посмотри, черные. Черные? Да. Красивые. Распродажа, да? Да. Сколько стоят? Дешево. Одинаковые. 200 юаней, да? Да. Вообще даром, да. Ну, неплохо. А взять черный или что? Возьми черные, возьми светлые. Тендер чебурна. Люди, приходите, русские друзья. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, друзья, вот 199 юаней. И вот эти 199 юаней. Вообще, можно сказать, я до Анты и не дошел. Анту хотел, а... Сейчас я буду мерить. Давай, 43-е. Давай, давай буду мерить. Давай, сейчас померяю. Ну ты не торопись, так. Саша, а вот бело-синий, что мне или чего? А это тебе надо, да. Саша, вот эти вот, не хочешь посмотреть? Мужской, да? Да, вот бело-синий. Мало же на, очень красивый. Сейчас носок сниму. Саша, вот это есть белочка. Саша, мне Лида. А у меня Саша. Хорошо, Саша, хорошо. Ну, в принципе, носок снял, если на тонке. Красивее. Красивые, да? Да. А это тебе, по лиме Лиде. Теплый, да. Сейчас померяю теплый. Сейчас. Так, размер какой тут? 33. 43, да? Да, 43. Машина. Сейчас я жене покажу. А, это же вот это. Вон на тебе, это вот это. Понятно? Понятно. Ага. Ну как, смотри. Нет, да? Белый надо, да? Вообще никак, да? Не хочет, да? Вот эти. Эти не надо. Понял? Вот такие, посмотрите. Вот эти. Есть эти. Ну-ка, посмотри, тебе самому нравится. Эти не надо. Вот это ты языки большие не надо. Ну вот смотри, а это? Это нормально. У тебя видишь, ты куда? Смотри. Ну как? Нормально. Зимние? Это нет, это не зимние. Это полегче. Полегче, да? Смотри, что тебе удобно. А это красивое, вам идет. Вот это. Очень, очень красивое. Тебе удобно? Ну ничего. За 199 юаней. Вот это нормально. Нормально, бьяй сот, сейчас идешь. Смотрится хорошо. Какие? Вот эти нормальные. Они какие-то смотрятся. Это теплые. Ну, бежите. О! Эти шикарные. А эти не брать, да? Не, бери, бери, бери. А эти сколько? 199? Нормально. 235, да? Нормально, нормально. Нормально, да. Сейчас нормально. Давай. 那只你给我找，这个呢？这个我这个也打歪吧，我这个拿了妈的也是多少个的，下一下是交出来的。那、за 200 юаней нигде не купишь. Красивый，красиво。Давай呗。Ну он подожди, он мне что-то туговато. Вот это都打歪。Лучше идут. Че? Это может они лучше? 拿了妈了呢，我这个也是我这个有安妮的。这是。下一下，挨着下一下是我这个奥青交出来，看见了？嗯哼。奥青交出来。 克里斯的拿的阿金尤安尼，看见了？拿了慢了呢，阿金就我得的尤安尼。下一下是。Все, друзья, мы с Ларисой Федоровной покупки сделали. Тебе это шар, вот это ювани. А где вторые кроссовки? Там. В общем, он одни, вот другие, а вот третьи. В общем, мы эти не берем, я беру вот такие и вот эти утепленные. Эти 235, это...
199, а ее там 240 и 252 пары. В общем, уложились Леры в счет в 1000, да? Вот такие лерки есть, да? Сейчас посмотрим. Это надо, не надо, надо. Надо, надо. Надо, ага. Да. Все. Все, тут помощницы красавицы пришли. Так, сейчас пошел носок один. Одену свой носок. Ну, в общем, друзья, мы вам показали. Пришли 4 пары обуви, взяли на 1000 юаней. Ну, сейчас дочь еще там посмотрим. Устал что-то я. Ну, а вы продолжайте нас смотреть. Главное, не переключайтесь. А колокольчик не забудьте поставить. И лайками мотивируйте нас. Вот такими горячими.